Яма. Энергетиков 1, энергетиков 3 залатали дыры. Но залатали настолько, что на дороге только одни камушки. Диего! Точно! Одни камушки. Это что это? Дыры они вроде бы залатали, но эти камушки... А кто это сделал? Одни камушки. На дороге просто одни камушки. А кто это сделал? У нас очень хорошая новость. Сегодня у нас вышел еще один подрядчик, с которым мы заключили договор. Ремонт во дворе другим способом, струйно-инъекционным. Теперь у нас работа пойдет в два раза быстрее. Мы нашли отклик от предпринимательского сообщества, которых заинтересовал этот проект, и они с удовольствием решили в нем поучаствовать, профинансировать работы. Это ремонт двора, который происходит по программе «Комфортная среда». Это очень интересная программа. Я с ней столкнулся чисто случайно. Мне очень понравилось, я загорелся. Это ремонт придомовых территорий не за счет города и не за счет жильцов. Это программа привлечения частных денег, меценатов, там пожертвований различных. Интересная для Сургута инициатива, когда от обсуждения на кухне, грубо говоря, переходят люди к делу. А почему вы решили участвовать в этом проекте? Это интересная инициатива, во-первых. Во-вторых, это созвучно с моей идеологией, да, то есть как бы меньше разговаривать, больше делать. Я живу в городе Сургуте, я здесь родился, коренной житель Сургута. Мне эта идея очень импонирует, да, о том, что как бы не рассказывать, что дворы у меня плохие, да, а что-то сделать. Посильную помощь каждый может внести, свой двор сделать. Участвуйте. И мы приступили к выполнению следующего. Микрорайон энергетиков. Начали с дома энергетиков 16. В течение нескольких дней будет сделан весь 10-й микрорайон.